Всем привет! Сегодня у нас на обзоре шуруповерт, точнее гайковерт фирмы Elitek. Название читать не буду, оно прям очень длинное. Какой-то ГУ. Ладно. Будем вскрывать. Обертка информативная, прочитав которую мы можем узнать все основные характеристики данного гайковерта, а именно мощность, крутящий момент, число оборотов и то, что в комплекте идет. Выполнено все в кейсе красного цвета. Кейс такой визуально прочный, с лейблом. Комплектация у шуруповерта — это инструкция, сам шуруповерт, сам гайковерт и 3-4 головки. Головки у нас длинные. Длина у них 8 сантиметров, что довольно-таки неплохо. Смотрите, не просто головки, а головки, которые можно зафиксировать, если вам надо работать и на какой-нибудь, допустим, высоте или еще что-нибудь, что возможно, чтобы она не слетала 100%. Провод у гайковерта целых 3 метра, что довольно-таки неплохо. Хороший показатель. В принципе, должно хватить на все 100%. До этого тестировали гайковерт фирмы Bord. Там было гораздо все подлиннее. Давайте включим, посмотрим, как он работает. И работает ли он вообще. Сам аппарат весит порядка 5 килограмм, что очень тяжелый, в общем, аппарат. Прорезиненная эргономичная ручка. В принципе, удобно держать в руке. Давайте. Квадрат спокойно лезет. Как я говорил, можно не просто квадрат, а квадрат вместе со шплинтом. Если еще засунуть туда, получится. Да. Что-то идет не так. Вот. Кривые руки, то есть видим. Ставим шплинт. Не очень все удобно. Не знаю почему. Шплинт, зараза, не лезет. Потому что она чуть-чуть не хватает. Такое себе, кстати, качество. В общем, шплинт до конца не лезет. Не знаю почему. По идее, он должен залазить до конца. Возможно, в головке проблема. Возможно, еще в чем-то. И вы надеваете здесь резинку. И все. И она у вас, головка уже четко зафиксирована и не слетит. Прикольно, я думаю, что. Давайте включим. Кстати, скорости всего одна здесь. Положение включается на кнопке. То есть вперед-назад. Гайковерт довольно-таки мощный, то есть при включении он так и норовит выпасть из руки. В принципе, прикольно. Но, к сожалению, другие гайковерты мы фиксировали. Фиксируешь в руке и происходит удар. Тут ударов не происходит от слова совсем. С чем это связано, не знаю. Надо попробовать, в общем, что-то открутить, закрутить. И тогда будет понятно. Но прям очень он тяжелый. Некомфортно в руке держать. Возможно, подкачаться придется, и все будет классно. Что, ребята, переходим к тестовому варианту. К тестированию, точнее. Не знаю, что здесь не так. Вот эти штатные головки почему-то очень
туго заходит. Хрен его знает почему. По крайней мере, на 17 точно так. Так. Верхнее положение кнопки. Это откручивание, нижнее закручивание. Открутил и даже не напрягся. Если честно, я впечатлен его мощностью. Давайте попробуем открутить подшипник. Ну что, ребята, к сожалению, подшипник он не осилил. Поэтому даже не знаю, что сказать. Почему так произошло. Но колеса хотя бы откручивает на ура. Посмотрим, что с ним, как он покажет себя со временем. Думаю, что этот люфт допустимый. Хотя, думаю, что нет. Смотрите. Люфт уже даже на новом, которым поработали буквально чуть-чуть. Люфт вообще колоссальный. Скорее всего, он развалится очень-очень быстро. Но будем надеяться, что будет все не так. Ну что, ребята, пришло время подвести итоги по данному гайковерту. Скажу, что до настоящего времени он исправно работает, служит верой. Верой и правдой, но появился небольшой шум именно на откручивание. На закручивание шума нету. И появился очень большой люфт. То есть, посмотрите. То есть, попытаемся продемонстрировать. Давайте. С головкой. Надеюсь, люфт вам видно. Думаю, что такого не должно быть. Кстати, крутить из-за этого довольно-таки некомфортно. Но в целом он все откручивает, все закручивает, все, что надо. Что-то, естественно, не может открутить. Но на закручивание прям хорошо. Потом вручную замучаешься открутить. Дешевый инструмент, который, в принципе, неплохой. Поэтому покупки мы его советуем.